Добрый вечер, дорогие мои зрители, дорогие. Я впервые в роли, которую сейчас беру на себя, в роли Владимира Симонова. Потому что вот когда меня пригласили на эту передачу, я подумал, что всегда я играл образы и в кино, и в театре. Но, если честно, вот такое название, как «Творческая встреча», «Встреча со зрителем» у меня, поверьте мне, никогда ни разу не было. Поэтому, если я вдруг буду вести себя как неопытный артист, вы меня простите. Но я думаю, что у нас беседа получится. Вы знаете, эта передача называется «Линия жизни». Ну, линия, наверное, бывает, как это сказать, ровной, да, прямой, немножко извилистой, наверное, с пунктирами, с перерывчиками, но тоже линия. Все линия. Но когда я, не то что готовясь к этой передаче, стал думать, представлять, что я скажу о собственной жизни, о этой линии, то у меня получились какие-то каракули просто. Каракули в разные стороны, разноцветные, не только линии, черточки, квадратики, треугольнички, кружочки. Много чего было. Вот я думаю, что за сегодняшнюю встречу мы попытаемся из этих моих иероглифов сделать линии. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Александрович. Вот в спектакле «Минетти» вы играли актера. И там ваш герой задает вопрос, что вообще такое актерское искусство? Что искусство оставляет после себя? Вот что бы вы сами ответили «Минетти»? Что такое искусство? Кто такой актер? Да, это очень, очень сложный и очень простой ответ. Это спектакль-процесс. Процесс ответов, как и мы живем, в процессе. Для нас ответов нет. Мы все время только их задаем, задаем, задаем. И, наверное, в конце жизни, я надеюсь, получаем какие-то ответы. Этот человек, актер, который устроил некую революцию, поставил себя контрапунктом перед обществом, перед зрителями, хотел пойти революционным путем и таким образом выяснить смысл искусства. И в конце концов он говорит, что театр – это невозможное искусство. То есть в это поверить, как бы в это чудо невозможно, в конце концов. Потому что когда сидят зрители, и когда актер берет на себя миссию и исполняет какую-то судьбу, и зрители верят в это же актер, который пришел из дома, он приехал на машине, и все. И происходит вот это чудо, и он пытается разобраться, как вы спросили, что это такое, математика или искусство. Я думаю, что все вместе. Это все, этот процесс, это чудо под названием театр, оно как лекарство для человечества. Оно как какой-то сеанс, когда человек задыхается от вопросов. Причем театр-то не дает ответы, но хотя бы побеседовать. Хотя бы понять, что другие думают. Хотя бы понять, что в мире происходит, отнести себя относительно всего, каждого. И мне кажется, возвращаясь к началу своего ответа, что это все процесс. А с другой стороны ставятся вопросы, я же тоже ставлю вопросы зрителям, и не на все отвечаю, и я хочу, чтобы зритель напрягался, думал, трудился. Как когда-то Михаил Чехов сказал, что зритель в своей книжке «Работа актера над образом, над собой», он сказал, зритель должен быть точно так же готов к спектаклю, как и актер. Представляете, вот, ну, актер купил билет, вся готовность. Все, я готов, я заплатил, я сел, расскажите. Нет, будь добр, прочти автора, будь добр, посмотри историю этого спектакля. А что за актер играет? А что он до этого играл? А как он сейчас сыграет? А я помню его, он там сыграл так. Боже мой, а здесь я его не узнал. Это все интересно, чтобы была игра в двое ворот, а не в одни ворота. И тогда зритель, ну как, мы же когда идем кому-то навстречу, уж простите меня, мы же готовимся,
Мы же знаем, как зовут эту девушку или этого мужчину. Я же знаю, чем он занимается или она занимается. Какие у нее интересы, какой. Поэтому эта взаимная подготовка, она увеличит качественно общение зрителя с актером. Не знаю, может быть, я очень путанно говорю, но мне ясно, что я говорю. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, родителях и откуда вы родом? Спасибо, спасибо за вопрос. Откуда я родом? Я родом, как эта песня, из-под Самары. Есть такой городок Октябрьск, рядом с Сызранью. Сызрань – более известный город. Когда-то судьба занесла мою маму туда по распределению. Она закончила Московский институт имени Губкина и попала туда, на нефтебазу, но потом... стал инженером и так далее, и тому подобное. Моя мама играла на пианино, на фортепиано. И были концерты, на котором, на одном из концертов она встретила моего папу. Папа играл на баяне, он был самоучка. Вот, они встретились, появился я. Был ли я пай-мальчиком или хулиганом? Был и пай-мальчиком, и не пай-мальчиком. Разный я был. С одной стороны, я держал голубей. И был в этой, как говорят сейчас, голубиной мафии, когда отец сердился на меня за то, что там вскрывали крышу гаража, потому что я в гараже держал этих голубей. И завелись мыши и крысы, потому что пшеница была для голубей, я все кормил. Я очень любил голубей. Этот момент, когда запускаешь голубя, и он уходит в точку, как мы говорили, со свистом. Свистеть еще умею, сейчас свистнуть нельзя. Это для меня было что-то, какое-то невероятное ощущение, космическое. С определенного момента, возвращаясь как бы к пай-мальчику, с определенного момента, где-то в классе в 8-м, в 9-м, я под напором, сильным напором мамы, которая считала, что надо читать, читать, читать и читать, как говорил один из вождей, я читал. И вот в этот момент отошли какие-то забавы детства. Остались книги, кино, книги, кино. Кино я смотрел. Говорили, что со мной что-то не в порядке. У нас были сеансы на 2, на 4, на 6, на 8 и на 10. Вот все сеансы я смотрел. Я, значит, ходил, иногда собирал бутылки, потому что мама не давала на все сеансы деньги. Сдавал бутылки и проходил туда. Иногда, конечно, я грешил. Но не один я, у меня была группа товарищей моих. Мы, когда все выходили из зрительного зала, мы под кресло залезали и сидели там до следующего сеанса, полчаса, тише воды, ниже травы. Они знали, конечно, кто-то там знал, но как бы нас не трогали. А потом мы на свободные места и смотрели один фильм там с Луи де Фюнесом, я мог смотреть бесконечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда и как вы решили, что театр – это то, что вам нужно? Иной раз так устану и думаю, зачем я это решил? Что театр – это то, что мне нужно. Конечно, конечно, театр – это то, что мне нужно. Хороший вопрос, вот и ответ на него. Ну, как я решил? Это было так постепенно. Сначала в классе все говорили, ну, ты артист, знаете как, ты артист. Но помню одну историю, значит, это был 4-й или 5-й класс, у нас была прекрасная учитель по литературе и русскому языку, и она предложила выучить Ваньку Чехова, рассказ Антона Павловича, и сыграть его, ну, какой-то литературный вечер или день, или утренник. Я помню этот день, прекрасно помню, волновался дико, и вот как я поймал это волнение тогда, в 4-м классе, вот этот уровень волнения остался у меня до сих пор. Даже вот сейчас я сижу с вами, здесь на передаче, казалось бы, мне играть ничего не надо, уровень волнения тот же сохраняется всю жизнь. Знаете, как давление 120 на 80. Вот у меня уровень волнения такой. И я помню, что я говорю, дорогой дедушка, Константин Макарович, забери меня отсюда. И он переживает, этот Ванька, что вот он живет в таких ужасных условиях. Перо у меня было вырванное там из курицы. Я писал, писал, и я расплакался. И вот я расплакался, и уже текст у меня кончился, а я все плачу и плачу и плачу и плачу.
уже спасибо мне, мои одноклассники стали хлопать, а я плачу и плачу, То есть я перевел этого Ваньку Жукова полностью на себя. Конечно, я не забыл, что я Володя Симонов, но я помню, меня повели в учительскую, водой напоили и успокаивали. В общем, я отходил от этого стресса, в котором я до сих пор существую, вот так вот пребываю до сих пор. Вот я помню эту историю. Вот, наверное... Спасибо. Спасибо. Наверное, тогда. Хотя тогда, как бы тогда, так точно, вот я пойду, стану актером. Нет, потом был 8 класс, и что-то я решил стать клоуном. Потому что я всех смешил, и меня иногда предупреждали, что если Володя начнет всех смешить в классе, урок сорван. И я, серьезно, у меня вырезка была из саратовского училища, где учили там цирковые актеры и клоуны. И вот я собрался в клоуны. Но потом я немножко передумал, потом я достал книжку актера советского театра и кино и сделал так. Я вот всех своих любимых выбрал и посмотрел, что они закончили. И они закончили все Щукинское училище при театре Вахтангова. И я решил поступать в Щукинское училище. С первого раза у меня не получилось. Опять вот сыграл какой-то эффект Ваньки Жукова, так я называю. Когда я писал сочинение, по русскому литературе у меня всегда было отлично. И я был... А мастерство я сдал уже. И я был в такой эйфории, что я уже здесь, я уже учусь, я уже все. И я не поставил 22 или 25 запятых в сочинении. И все. И мне поставили двойку. Расстроился я, конечно, кошмарно. Представляете, как себе. И, в общем, через 2 года я приехал, собрался, отставил Ваньку Жукова в сторону. Поступил. Вот сижу перед вами. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, за что вы получили прозвище «перочинный нож»? О. В Щукинском училище, когда учились. Да, забыл я прямо совсем. Да, 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 да. Ножик перочинный. Перочинный нож, или это нож складной меня звали, да. Сцен движения. И вот Бог, мама, папа надарили меня, одарили меня таким талантом, как это был Гарри Гудини, который сворачивался, который вылезал из всех наручников. Вот я из наручников тоже вылезал. Мне не надевали наручники, из игрушечных. Из игрушечных наручников я вылезаю. Сейчас я, конечно, вам не могу продемонстрировать это, но когда-то я делал... Меня складывали в чемодан. Причем в маленький чемодан. Знаете, они такая, бывают большие, потом эти тормозки, с которыми вот машинисты, мой папа машинист электровоза был, он такой маленький, туда я, конечно, не мог залезть. А вот средний такой чемодан, это я так сгибался, скручивался так, что я боюсь, сейчас пиджак порвется, если я вам кое-что покажу. Поэтому вот... Спасибо. Я, конечно, я часто использовал это, особенно когда был вот, только пришел в театр. Я часто использовал во многих ролях свои навыки, свою пластику. Хотя и сейчас, вот если кто видел Минетти, так ногу-то задираю выше головы. Вот. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, после окончания Щукинского училища вы некоторое время работали в театре Вахтангова, знаменитом. Да-да. А скажите, пожалуйста, а чем вас заманил в МХАТ Олег Николаевич Ефремов? И как бы вот вы сами оценили вот этот МХАТовский промежуток в вашей творческой жизни? Спасибо. Спасибо. Да, МХАТ, МХАТ – это была школа. Ну, как я там оказался? История достаточно простая. Я сейчас задумался, может быть, я ее, так, как это сказать, официально первый раз, что ли, расскажу. Дело в том, что тогда МХАТ был, весь МХАТ на бульваре. И шло восстановление исторического здания, в котором сейчас находится МХАТ имени Чехова. И вот к его восстановлению решили сделать царь Федор Иоаннович, Алексея Толстого, как когда-то этот театр открылся. Кинули клич по Москве. Актер же должен быть какой-то. Что-то должно быть такое невероятное, необычное. Видите, как я себе. В общем, дошла очередь и до меня.
Роза Абрамовна Сирота, великий педагог, который когда-то режиссер, который когда-то работал в БДТ, сделала Иннокентия Михайловича Смоктуновскому «Князя Мышкина», работала с Товстоноговым. Вот каким-то образом, я не буду долго рассказывать, я попал к ней в руки. Я попал к ней в руки, она остановилась на мне. Она решила, что я должен играть царя Федора Ивановича. Пока мы репетировали царя Федора Ивановича с Розой Абрамовной, Олег Николаевич параллельно, и это я, будучи актером театра Вахтангова, это сейчас можно из театра в театр не то что ходить, а даже это, без этого уже, по-моему, даже нельзя. Я сам не грешу в хорошем смысле этим. Вот. И Олег Николаевич Ефремов предложил мне роль Треплева в спектакле «Чайка», уже идущем. Для меня это было просто, конечно, вы представляете, какое предложение, Треплев в «Чайке». Я согласился, и где-то около года я играл «Чайку», еще будучи актером театра Вахтангова. Но с этим спектаклем произошла, с этими репетициями царя Федоровича произошла какая-то странная история, она останется так в истории. Театр открылся другим спектаклем, «Перламутровая Зинаида». Но я уже зацепился, знаете, как это, коготком зацепился, все птички пропасть. Вот я и пропал в Амхат. Так как у меня уже была роль, я решил перейти. Меня очень отговаривали в театре Вахтангова. И сейчас сказать вам честно, вот осознать, ошибка это была или не ошибка, это была судьба. Это судьба, от которой я не отказываюсь. Потом случилось так, что Михаил Александрович Ульянов, став художественным руководителем театра Вахтангова, вспомня обо мне, пригласил меня вернуться на круги своя, в родной дом, в котором я до сих пор существую, в театр Вахтангова. Я был безмерно счастлив. Безмерно счастлив, и я, знаете, как вернулся, как блудный сын, но битый. Но, как говорят, за одного битого двух небитых дают, да. Так что я битый. Спасибо. Добрый вечер. Да, вы уже сказали, что вы вернулись в свой родной дом, в театр Вахтангова, когда им руководил Михаил Ульянов. Говорят, что он был совсем другим человеком, нежели его экранные герои. Жуков, Ленин, Ворошиловский, Стрелок. А каким вы его помните? Я Михаила Александровича помню, ну, естественно, исключая его роли, которые вы назвали, сильнейшие роли. Мягким, добрым, душевным, пытающимся все и всех и всея понять и войти в положение каждого. Понимаете? Думать о театре, как бы идя навстречу каждому, каждый чихнул, уже бежать к нему, наверное, так нельзя. Все-таки это организм, который нужно держать. Но Михаил Александрович был такой добрейшей души человек. Он был актер, конечно, он был великий, гениальный артист. Я не один раз с ним встречался на сцене. Это был спектакль «Варвары». У нас было два слова, диалог из двух слов, полторы минуты. Поэтому так похвастаться тем, что я с ним играл, я с ним, ну как сказать, выходил на сцену одновременно. Нет, я выходил с ним на сцену студентом, когда мы играли в массовке в «Ричарде III». Вот там мы с ним встречались, причем он был рядом. Я не видел таких Ричардов. Такой силы, такого температуры, такого невероятно. Нет слов, чтобы выразить это. Так вот, мы умудрялись, мы выносили гроб. Гроб, и сцена с леди Анной около гроба шла. Так вот, мы выносили гроб, 4 студента. А гроб был, он такой палкой проделан. И мы с двух сторон вот так держали эту палку. И вот здесь идет, там театр, да? Театр, трагическая сцена, зрители в ужасе. Михаил Александрович играет гениально. А мы вот так крутим друг дружке вот эту палку, то есть пытаясь как-то сообщить ему свое настроение. Ну, так скажем, ну, я не думаю, что этим грешат. Мне Михаил Александрович много своих историй рассказывал смешных. Но вот тут мы иногда не позволяли себе там шуточек, прибауточек, внутренних, конечно, внутренних. Потому что это была игра фантастическая. Всем известно, что в театре Вахтангова не все одинаково хорошо встретили нового режиссера Туминоса.
А как вы лично отнеслись к новому режиссеру? Ну, то, что, представляете, в семью, готовую семью, приходит новый человек, режиссер, даже который работал когда-то в этом театре, ставил спектакли. Естественно, к нему будут вот сколько актеров, сколько людей в театре работают, столько же будет и разных мнений, разных ощущений. Но главное – это его работа. Главное, что делает этот режиссер. Что касается меня, как я встретил Римаса Тумиса. Ну, я сразу скажу, пойду в конец этой истории. То, что я вообще сейчас не представляю своего существования, актерского существования, без этого режиссера. В принципе, не представляю. Потому что бывали встречи у меня со многими режиссерами. Это и Олег Николаевич Ефремов, и Петр Наумович Фоменко, и Анатолий Васильевич Эфрос. Много-много. Но то, что произошло у меня с Римасом Туминасом, как звезды сошлись, как я, надеюсь, понимаю его, и, надеюсь, он мне верит, и дает мне роли, которые я играю, с огромным удовольствием, с огромной честью и счастьем. У меня так... Я не мог даже мечтать об этом. Да, были, наверное, недовольные. Были, наверное, те, кто хотел кого-то другого, кто знал других режиссеров. У меня в данном случае не было выбора. Не знаю, надо ли об этом говорить. Мы репетировали спектакль «Мелкий бес». Ему спектакль как бы понравился, игра понравилась, но сам спектакль ему показался несовершенным, так, мягко говоря. Несовершенен, что-то не так, что-то не это. Мы встретились с ним, посидели, как Станиславский с Немировичем Данченко, и он мне сказал: понимаешь, Володя, я вижу, вот ты такой актер, тебе надо либо что-то здесь доделать, либо как, но вот так нельзя, так не надо, так не надо. Я ему поверил. Я ему поверил вот с этого, с того, что он как бы с отказа, с этого началась наша творческая дружба, и не только творческая, и человеческая, с этого началась как бы с минуса, да? С минуса, не с подарка огромного. И вот с этой оттяжки, от этого минуса, видимо, как это говорят, чем дальше оттягиваешь, тем сильнее бьет. Вот дальше, следующие 7 лет, начиная с «Троила Крессиды», «Дяди Ваня», «Ветер шумит в тополях», «Минетти», «Евгений Онегин». Я просто счастлив, что судьба меня свела с таким великим режиссером. Вы знаете, он не репетирует. Он как бы, он сидит, рассуждает. Конечно, он ставит мизансцены, все делает. Но его ловишь флюиды. Выстраивался язык. Не русский, литовский или английский, французский, а язык театра. Ведь у него свой театр в голове, у него свой космос. И вот он учил нас языку. И я взял бы на себя смелость, что я был лучший ученик в классе, который быстрее всех... Нет, это не хорошо, это не скромно. Но мне казалось, я очень быстро и легко его понимаю. Я очень хорошо учился. На пятерке у него я учился, когда он обучал нам вот этому своему театру, своему театральному языку. И, выучив этот язык, мне уже он только скажет там, а я уже все знаю, я уже там это знаю. И поэтому легко. А когда легко работается, и результат, как бы не результат, это не результат тяжелый, кропотливой работы, там, ну просто впахивает. Я это не очень люблю сам. Сам не очень люблю. Вот когда мы делали последнюю работу, мы уже дошли до того, что репетиция 40 минут. Легко, чуть-чуть. Поймали. Чуть-чуть поймали, все. Все. Это не надо гвоздями вколачивать, это не надо что-то закреплять цементом, фундамент делать такое, чтобы... Нет, легко, легко. Потом, потом. Мы же идем к цели. Знаете, как легко-легко ехали, а потом как дали. И когда следующий спектакль, он предложил мне роль дяди Вани. Дяди Вани. В спектакле «Дяди Вани» роль Серебрякова. Я тогда был еще молод, хорош собой. И Серебряков, это даже по возрасту была немножко, ну как, постарше, чем я. Это я сейчас почти его догоняю. Вот.
Но он захотел, он увидел. И тогда я пошел к нему на встречу с предложением. Я говорю, ну хорошо, я же не буду играть на каталке, там выехали. Вот я сейчас такой же. Я сейчас такой же. Меня сейчас можно подставить в отставку. Ну, мало ли что случилось там в университете, в профессор. Ну, все, на пенсию, в отставку, все. И человек возмущен этим. Ну хорошо, возмущен человек, которому 80-90 лет, это одно. А когда такой еще молодой, энергичный, у него молодая жена. И он пошел на это. Он пошел, и как бы зритель увидел необыкновенного восторга, а необычного Серебрякова. Как бы профессор Серебряков, да? Какая там пластика? Ну встал и все. Ну встал, добрый вечер. И так, мне кажется, это, ну так и было. Вот, вот вся пластика, вот здесь вся пластика. Я предложил ему, если он занимается искусством, литературой, если он, допустим, читал лекции своим студентам, что очень многие профессора, они очень яркие, изображают. А помните, как у Лира? А помните, как Ричард Третий? А помните, как этот Борис Годунов? И он показывал, он так показывал. И так, как он ушел от этого... Он ушел из профессорства от учеников своих, от студенток, забрал только свою жену-студентку, то потребность этого осталась, а нельзя же резко прекратить и стать, и ходить, и понимаете, и все. Нет, у него осталось. Таким образом, вот эта ночная сцена построена на том, что он, ну не то, что изображает там Ричарда III и своих персонажей, но он с женой общается очень ярко. Очень ярко, тем самым компенсируя свои вот эти желания, желание как-то двигаться. И в конце концов он уже уезжает в Харьков, он же не остается здесь, он же не остается. Ему сказали, нет, так не будет, хорошо, так не будет, все, ладно, я сяду. Нет, нет, в Харьков поедет, там жить будет. И там вот он им устроит всем то же самое, что он устроил здесь. Ну такой типа. Добрый вечер, Владимир Александрович. В спектакле «Ветер шумит в тополях». Да. Как мне кажется, речь идет об ушедшей юности, днях молодости, которые пришлись на войну. Но это несколько простое толкование. Каждый актер свою роль вкладывает глубокий смысл. И мне бы хотелось... Как и всем здесь присутствующим, узнать, о чем играете вы. Спасибо, спасибо за вопрос. Это один из любимых моих спектаклей. Я играю о том, что надо держаться до последней секунды. До последней секунды. Нас там трое. Один умирает в серединке, другой сомневается в том, что надо ли или не надо ли. Этот один из последних сил, может быть, ему тяжелее всех, но он из последних сил держится. Он держит из себя, строит графа, строит интеллигента, строит какого-то дворянина, хотя мы выясняем, что никакой он не дворянин, а просто внутренний человек, понимая то, что нельзя расслабляться. Если ты покажешь пример другим, что все, раскиснул это, то все, там один вот застрелился. Кто-то не выдержал в этом доме престарелых. И это понятно. Но мой персонаж, я думаю, он... Велик тем, его характер интересен тем, что он держится. Держится. Знаете, когда вот уходит, наверное, человек, но вот там какие-то силы должны быть. Это не то, что физик уходит, а духом, чтобы сильный был. Если ты духом вот сильный, то пробьешься. Пробьешься. Так что это любимый мой персонаж, Рене, и я очень рад и счастлив, что я его играю и с моими товарищами, с Максимом Сухановым, с Володей Вдовиченковым. Это один из любимых моих спектаклей. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, интересно, почему и у вас в театре, и в театре «Сатирикон» стариков далеко не старики играют? Вы знаете, у Римаса, спасибо, у Римаса была такая идея, когда он мы не дети тоже, конечно, но дать совсем взрослым. Но это был бы другой рисунок. Другой, наверное, рисунок, а режиссеры в данном случае, наверное, хотели, чтобы это все-таки было яркое зрелище. И, конечно, если взять с точки зрения физиологии, чтобы актер соответствовал этому возрасту, и так играть 3 часа спектакль, ну, 10 минут они выдержат, но не больше, 15. Либо они будут так вот, как... Даже не как я сейчас, а просто сидеть и разговаривать. Ну, другая задача. Хотя, мне вот лично было бы очень интересно, если бы это играли взрослые актеры.
Мне вообще очень нравится, то есть не нравится, я считаю, что это великое достижение, что актеры, вот дожившие до стольких лет и выходят на сцену, играют. Я преклоняюсь. Наш вот Владимир Абрамович. Спасибо. Владимир Абрамович Этуш репетирует. Сейчас репетирует. Бенефис. Ну, фантастика просто. Вот к чему надо стремиться. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Александрович. Туминос сказал, что ему очень важно, чтобы актер не зависел от быта, не был ему подвержен. Вот у меня вопрос простой. Как вы с этим справляетесь? Получается ли это у вас? Спасибо. Конечно, это задача. Я не думаю, что это сказал первый Римас Туминос. Хотя он в его, как бы сказать, режиссуре, в его видении театра нельзя, конечно, тянуть на сцену, в театр. Все, что у тебя с одной стороны случилось там, с другой стороны, что ты выносишь на сцену? Все то, что у тебя там происходит. И там, и в душе. Но тут нужен отбор. Если ты в каком-то смысле понесешь и скажешь, нет, я сегодня не могу играть, сегодня что-то плохо, сегодня там... Нет, все там, на вешалке все оставил. На вешалке. А то, что нужно для этого спектакля, для этого произведения, то, что ты там в жизни нашел, это нужно нести сюда. Вот тут надо как бы, как это сказать, забыл выражение, одно от другого, так, от... забыл. Да, именно зерна от плевен, да? Вот именно что-то такое. Вот, в общем, надо вот шелуху от зернышка-то, зернышко надо приносить сюда, так я скажу, новая поговорка, я придумал теперь. Зернышко приносить сюда, в театр, а шелуху все оставлять там. Это все надо контролировать, потому что у нас профессия такая, либо умер, либо на сцене, и все. Никаких. Здравствуйте, Владимир Александрович. Ваш приход в театр «Этсетера» подарил встречу с людьми, которые дали как бы другую дорогу в творчестве. Я говорю об Александре Калягине и Петре Штайне. И хочется узнать, как вы с ними работаете, как общаетесь, что обсуждаете. Спасибо. Ну, это, конечно, длинная история. Она началась, когда я пришел в Амхат. И в 82 году, 14 ноября, как сейчас помню, у меня программка еще сохранилась, я сыграл вот Треплева в «Чайке». Конечно, я дико волновался, когда выезжаешь, тут Попов, тут Смоктуновский, Евстигнеев, Калягин, Невинный, Кашпур. Ну, боже, это боже просто, как я выстоял вообще. Мне было, ну что я был, вообще, ну... Вот, и Александр Александрович Калягин зашел ко мне, долго хвалил, поздравлял после спектакля этого. Сказал, что есть над чем поработать, это хорошо, это. И вот с этих секундочек у нас началась дружба. У нас началась дружба и творческая, и человеческая. И через много-много лет Александр Александрович создает свой театр «Этсетера», который был открыт, кстати, спектаклем «Дядя Ваня». Ваш покорный слуга играл тогда еще дядю Ваню. Потом был еще один спектакль, еще один, «Дон Кихот». Потом еще «Лица», «Лекарь по неволе» Мольера. И до сих пор с Александром Санычем Калягиным, не знаю, я ему сказал, что, в принципе, можно в Книгу рекордов Гиннесса спросить, как там насчет рекордов-то. Мы 25 лет играем один и тот же спектакль, причем вдвоем. «Чеховские рассказы». Это спектакль «Лица». Вот. Но продолжая как бы эту историю, вот он предложил мне роль Бориса Годунова в постановке Петера Штайна. Это очень тяжелая, серьезная, хотя роль как бы не очень большая. Ну, так скажем, не то, что вышел на 3 часа, как у меня есть некоторые спектакли, и там надо работать. Все-таки сцены, но напряжение колоссальное. И как мне работалось с Петером Штайном? Хорошо работалось. Все-таки опыт, колоссальный опыт. Он же не российский
житель. Он нюансов в любом случае он не понимает. Так же, как я бы в Германию приехал, конечно, я бы пытался объяснять, как я понимаю эту жизнь. Что нам хорошо, то им не очень. И наоборот. Вот. Но вот в этом взгляде со стороны на все это, на всю историю, на историю нашего государства российского, на эти наши характеры, как он это видел, как он это воспринимает, это очень интересно. И я благодарен за этот опыт, за эту роль, за то, что это произошло. Владимир Александрович, есть знаковые роли. Думаю, что к таким относится Борис Годунов. Вы смогли как-то кожей почувствовать этого человека? Не в смысле сыграть, а именно стать им. Спасибо. Вот тут, конечно, стояла проблема, потому что, как бы, если стать им, то это умереть просто, понимаете, да? Это человек настолько совестливый, настолько переживавший за эту ошибку и запутавшийся, и четкий, и великий государственный деятель. Я прочитал очень много книг, споров много, не доказано многое. Но если брать версию Пушкина, то это, конечно, напряжение, колоссальное напряжение. Иногда сам себя останавливал, чтобы не идти на поводу у этих эмоций. Понимаете, как есть такая фраза: выходя со сцены, не забудь выйти из образа. Вот иной раз, на репетициях особенно, зашкаливало. Этого, конечно, делать нельзя. Как бы становиться, понимаете, как я Наполеон, и я Наполеон, и я. Не Наполеон, мы как бы в порядке. Но, с другой стороны, не доведя себя до какого-то предела, не поймешь, как это сыграть, играть как бы. Надо отчаяться и в каком-то смысле дойти до самой сути, как у великого поэта. До самой сути. Потом это можно, простите меня, изобразить, сделать. Я актер, я профессионал. Как он думает, актер, в это время, о чем он думает, как он живет. Ему поверили, значит, он сделал, он исполнил свою задачу. Но вот я повторяю, что с Борисом Годуновым это было тяжелее, пожалуй, чем в остальных других ролях. Рязанов, Лунгин, Мита. Скажите, пожалуйста, чем вам запомнилась работа с каждым из них? Вспоминаю я, конечно, не то что добрым словом, а с поклоном, с нижайшим поклоном. Потому что так случается, что все равно актера, мир так устроен сейчас. 17 век другое, 18 другое. Кино и телевидение, понимаете? Когда стоило там мне спеть «Лесные пожары» в «Таежном романе», вот тебе и можешь потом 10 спектаклей играть, никто тебя не узнает. А «Лесные пожары», они сразу зацепились за глаз зрителя, за ухо. Конечно, я бы мечтал еще раз с ними поработать. Но я, как сказать, я не останавливаюсь на этом. Это не то, что вот я у них сыграл, вот хорошо, все, я у них, все, я отметился, все, достаточно доволен. Ничего довольного, ничего достаточно. Наоборот, только вперед. Тем более с кино. Потому что я считаю, то ли меня Бог бережет, то ли кто-то там рядом меня держит за пиджак. Ну вот, немножко, я думаю, что я успею. Успею с кино разобраться. Спасибо. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Александрович. Мы начали сегодня разговор с того, что нужно подготовиться как и актеру, так и зрителю. Я пришел на постановку «Евгений Онегин». Открываю программку и смотрю, и напротив фамилии Симонов значится «Гусар в отставке» роль. Вот я сколько не вспоминал, я не мог вспомнить, что это за роль в классическом произведении Пушкина. Можно рассказать о ней немного поподробнее? Конечно, нет такой роли у Пушкина. Это решение. Решение Римаса Туминаса. Ну, как бы чисто технически, так скажем. Чисто технически. Он выступает от автора. Это фантазийная роль, но текста Евгения Онегина
и отступательный, и авторский. Авторский текст в основном. Авторский текст, который связывает все это настроенческое, все это произведение, я имею в виду спектакль, не Евгений Онегин, а спектакль. И вот он придумал такую роль. Я не первый исполнитель этой роли. И очень многие тогда задавались вопросом, а зачем этот гусар в отставке? Есть Онегин, есть Татьяна, есть Ленские, ну два, ну хорошо, их по двое, но все как бы... Но никто не... Это удобно смотреть, на это как бы не обращаешь внимания, но он дает информацию, настрой на весь спектакль. Он связывает все, не только стихами, а он связывает исполнителей, он связывает настроение, он связывает сцены одна с другой. Где нужно, он немножко обрывает спектакль, где нужно, он поднимает спектакль. Это все, знаете, как такая шаровая молния, которая летает, и где нужно она пониже, где нужно повыше, так вот для того, чтобы был баланс, чтобы была гармония этого спектакля. Ну, так мне кажется. Потому что если бы отвечал Римас Туминас, он, может быть, что-то другое сказал бы. Хотя он сказал однажды. Он сказал, когда спросили, а зачем это? Он же лишний. Он говорит, да, он лишний, он не нужный. Вот чтобы все сидели и думали, а что делает этот персонаж? Вот чтобы весь зал сидел, а что он-то зачем? Вот этого понятно, это я понимаю. Подождите, что? Вот что? А ему нужно. Ему это было нужно. И в конце концов, когда спектакль... Когда приходит к своему финалу, мы же понимаем, ну, я надеюсь, зрители понимают гармонию всего этого огромного, прекрасного хозяйства, этого шикарного произведения. Я считаю, это выдающееся произведение Римаса Туминаса, просто выдающееся. Здравствуйте, Владимир Александрович. У вас трое детей, и один из них работает вместе с вами. Вот когда вы вместе на сцене, вы для сына кто? Коллега или отец? Ну, мы не пересекаемся. Мы играем сейчас один спектакль. Это «Евгений Онегин», где он играет молодого Ленского, Василий. А я гусара. Мы не, ну, так сказать, не беседуем. Но, вы знаете, я полностью абстрагируюсь. Абстрагируюсь там, где-то в гримерной, абсолютно бытовые, как бы, как, что это. Но на сцене исключается какая-то родственная связь, полностью исключается. Слава Богу, она мне удается, но я иногда с тревогой, а это вот если бы мне предложили там, да, сыграть, не знаю вообще, согласился бы я. Наверное, конечно, мне бы это... Разные люди есть, но мне бы это мешало. Но я думаю, у нас театр большой, у нас почти 5 сцен скоро будет, так что места всем хватит, и мы отдельно просуществуем в одном театре вместе, отдельно вместе прекрасно будем сосуществовать. А там посмотрим. Добрый вечер, Владимир Добрый Александрович. Вечер. Как вы чувствуете, какая роль вам сейчас нужна? Хотел сразу ответить сильная, такая мощная. Хотя вот после последней премьеры Минетти я бы чуть-чуть бы отдохнул бы. Выдохнул. Не отдохнул, а выдохнул. Потому что я так набрал воздуха. И это достаточно серьезный спектакль, который идет 1:40. И говорю в основном там я. И не только говорю, а проживаю всю свою жизнь. Да еще и кончаю жизнь там же и заканчиваю. Если по правде сказать... Как это сказать? Нет, мы сегодня давайте что-нибудь легкое. Давайте шампанского так чуть-чуть. Такие вот тяжелые напитки, как виски там, да еще какой-нибудь. Нет, не надо. У меня вот сейчас такое настроение. Что-то легкое. Хотя у меня на данный момент столько названий и спектаклей. Дай бог бы их сыграть просто. Так что что-то легкое. Мое волнение ушло. Ушла. Мое волнение ушло. Я только разошелся. Я так волновался, и только сейчас пришел в себя, я понял, что это. Теперь я готов каждый месяц вот по линии жизни. Я рад, безумно рад и счастлив, что мы побеседовали. На самом деле я немножко, даже как это, прошел всю свою жизнь.
знаете, чуть-чуть так прошел, и оно у меня так немножко выстрелилось, это так, линия. Даже интересно, думаю, ничего себе, я и так. Так что благодарю вас. Я надеюсь, мы еще долго будем общаться и через экран, через сцену. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, радости. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Итак, до утра. Спасибо.